Так, извиняюсь, я уже опять здесь сейчас. Кино. Я прощаю тебя. Он, кстати, сказал черный маг. Ух, жесткий тут Крейн раздает. Блин, Крейн это как будто самый последний босс в какой-нибудь игре. Сетап шляпу, хорош. Хорош, вот эта читка шикарная. Вот это да. Так. Да зачем апперкот? Ножками надо. Ой-ой-ой. 1-0. Да, я здесь, да, Асер. Так, давайте смотреть заруба века. Никита, Стас, Гена, Турбо и Крейн, Метелкин. Метелкин точно. Он маг. Блин, Крейн капец вообще. Броню дает. Ой-ой-ой. Я говорю, у нас Чао затрудительное положение, мы вырубаемся. Да, это... Ух ты! Перебилка красиво. Надо запомнить такое. Ну да, вы... Согласен, трудно так. Ой, трудно подойти. Я думаю, в принципе, можно Крейну уже пиццу заказывать. Да, точно. Адрес только узнать. Он весь в татушках еще, блин, со звездочкой на плече. Да погоди, Крейн, пиццу заказывать. Ну, Крейн не контрится. Крейн, это unblockable. Сейчас он к тебе придет. Не, я с ним ничего не сделаю. О-о! Ну да, конечно, на Джон Кейджа с этим-то. Как его называют? Скинша. Да тут персонаж не решает. Ну, против Кванчи. Кванчи это вообще. Персонаж, которому хорошо только шансоном. Ух ты! Красиво. У-у, 426! Они играют за право сыграть со мной. Это интересно, интересное решение у Крейна было. Вау, о, вот это красиво было. Он снаряды перебивает. Да. Да, это очень красиво. Читерный удар. Я говорю, любой этот... Любой дальний бой у любого персонажа лучше, чем у шансона. Да, к сожалению. У Люкана он жрет снаряды. Там у Китана есть веер, который сверху бьет. Да у Кванчи даже еще усиленный черепок есть. Он тоже весь все снаряды съедает. Но он очень медленный. Ну, я говорю, у любого персонажа лучше, чем у шансона. Да. Это да. Только любой персонаж не комбит с этих снарядов на фуллскрине. Так, я что-то чувствую здесь... А, нет. Я думаю, сейчас будет D2. Не в их скорости, а сколько в их фреймдате. Они плюсовые. Как у Скарлетт вниз-назад 2 вроде. А, да. Так, так. Колдун будет сейчас раздавать 444 урона. Ой, прям. Прям в упор расстрелял. Ой-ой-ой-ой-ой, страшный. Ух ты. Кто потом следующий играет? Я, да? А, да. Кстати, да.
Крейном, походу. Не дай бог. Крейн — это финал босс. Блин, он капец прокачался. У нас что-то все прокачались, кроме меня, по-моему. Но ты же еще не вылетел. Хорош, Крейн. А, ну Чао, блин, он еще в лазерах попыхтит. Чао сказал, играть. Точно. Так, ну что, Чао еще разок дадим сыграть?